Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать узором с нижней части. Дальше таким же узором вяжем мысок. Потом английской резинкой вяжем верх тапочек. И в конце вяжем подошву платочной вязкой и задник тапочек. На спице голубой ниткой набрала 90 петель. Начинаем вязание с нижней части тапочек. Вяжем первый ряд нижней части. Первая петля кромочная, и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Провязала первый ряд, второй ряд. Первая петля кромочная, и дальше вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая, вторую петлю провязываем лицевой петлей, но опускаемся на ряд ниже. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая, вторую провязываем лицевой, но на ряд ниже. Опускаемся на ряд ниже. И провязываем лицевую петлю. Провязали второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. Третий ряд. Первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала третий ряд, четвертый ряд вяжем так. Первая петля кромочная, и дальше вяжем раппорт. Одна петля лицевая, но провязываем ее на ряд ниже. Одна петля лицевая. Провязали раппорт. И снова повторяем. Одна петля лицевая на ряд ниже и одна лицевая петля. Провязали второй раз раппорт. И так продолжаем вязать до конца ряда. Одна петля лицевая на ряд ниже, одна петля лицевая. Одна петля лицевая на ряд ниже, одна лицевая. Провязала 4 ряда. Следующих 5 рядов вяжем так, как вязали предыдущих 4 ряда, повторяя схему из 1 по 4 ряд. Вяжем еще 5 рядов. Провязала еще 5 рядов. Вместе у меня провязано 9 рядов. Следующих 10 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 9 рядов, только уже сиреневой ниткой. Крепим сиреневую нитку и продолжаем вязать. Вяжем 10 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем. Одна петля лицевая, одна. Тридцать шесть петель узором. Первая петля кромочная, и дальше вяжем. Одна петля лицевая на ряд ниже, одна петля лицевая, одна петля лицевая на ряд ниже, одна лицевая, одна лицевая на ряд ниже, одна лицевая. И так нам нужно провязать первые 36 петель. Провязала первые 36 петель вместе с кромочной. И на следующих центральных 18 петлях будем вязать мысок. Вяжем первый ряд мыска. Продолжаем вязать узором. Провязываем первые 17 петель. Одна петля лицевая, одна лицевая на ряд ниже. И
снова 1 петля лицевая, 1 петля на ряд ниже. 1 лицевая, 1 на ряд ниже. И так провязываем 17 петель. Провязала 17 петель узором. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд мыска. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. 16 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 16 петель лицевыми петлями и следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд мыска. Третий ряд мыска. Первая петля кромочная. И дальше вяжем. 1 петля лицевая, 1 петля на ряд ниже лицевой. И снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 на ряд ниже лицевой. Так нам нужно провязать 16 петель. 1 петля лицевая, 1 на ряд ниже лицевой, 1 лицевая, 1 на ряд ниже. Провязала 16 петель узором, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали третий ряд мыска. Четвертый ряд, первая петля кромочная и 16 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 16 петель лицевыми петлями и следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 4 ряд мыска. Разворачиваем, вяжем 5 ряд мыска. Первая петля кромочная и дальше вяжем. 1 петля на ряд ниже лицевой, 1 лицевая. Провязали раппорт узора и снова повторяем. 1 петля лицевая на ряд ниже. И 1 петля лицевая. Провязали второй раз раппорт узора. Итак, нам нужно провязать 16 петель. 4 петли провязали, еще так провязываем 12. 1 лицевая на ряд ниже, 1 лицевая. 1 лицевая на ряд ниже, 1 лицевая. Провязала 16 петель узором. Провязала 6 рядов вместе изнаночной петлей. Следующие 28 рядов буду вязать, провязала так как вязала предыдущие 4 ряда. Повторяю схему ряд из 3 по 6 ряд. Первая петля так кромочная. 28 рядов. 16 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 16 петель лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 6 ряд мыска. Провязала еще 28 рядов. Вот такой мысок у меня получается. На спицах у меня осталось 56 петель. Дальше вяжем так. Начальные 19 петель у нас уже провязаны узором. Продолжаем дальше вязать таким же узором. 1 петля на ряд ниже лицевой петлей. 1 лицевая петля и снова на ряд ниже лицевая петля, на ряд ниже, лицевая петля, на ряд ниже лицевая петля. И так вяжем до конца ряда. Провязываем все оставшиеся на левой спице петли. Довязала ряд до конца, разворачиваем и вяжем следующий ряд. Все петли, все 56 петель провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями.
Провязала ряд лицевыми петлями, мысок наш готов, дальше будем вязать верхнюю часть тапочек. Верхнюю часть тапочек будем вязать американской резинкой, голубой ниткой. Крепим голубую нитку, вяжем первый ряд верхней части. Первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт. Две петли лицевые, одна петля изнаночная. Провязали раппорт узора и снова повторяем. Две петли лицевые, одна петля изнаночная. Провязали второй раз раппорт. И так вяжем до конца ряда. Две петли лицевые, одна изнаночная. Второй ряд верхней части вяжем. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Одна петля лицевая, один накид, две петли лицевые и накид одеваем на две провязанные петли. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая, один накид, две петли лицевые и дальше накид одеваем на две провязанные петли. И так вяжем до конца ряда. Одна петля лицевая, один накид, две петли лицевые и накид одеваем на две провязанные петли. Провязала два ряда верхней части. Следующие 26 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих два ряда, повторяя схему из первого по второй ряд. Так вяжем еще 26 рядов. Провязала еще 26 рядов верхней части тапочек. Дальше закрываем все петли, верхняя часть готова. Набрала по краю петли. У меня получилось 139 петель. Дальше первые 64 петли из левой спицы переносим на правую. Перенесла первые 64 петли на левую спицу и дальше на 11 центральных петлях будем вязать подошву. Вяжем первый ряд подошвы. 10 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд подошвы. Разворачиваем и вяжем второй ряд подошвы. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд подошвы. Разворачиваем, вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд подошвы. Четвертый ряд, первая петля кромочная, 9 петель лицевых.
Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда подошвы. Следующих 68 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 2 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так еще вяжем 68 рядов. Провязала еще 68 рядов подошвы, вместе у меня провязано 72 ряда. Вяжем 73 ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых, 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали 73 ряд. Разворачиваем, вяжем 74 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 74 ряд. Разворачиваем, вяжем 75 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали 75 ряд. Разворачиваем, вяжем 76 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 76 ряд. Разворачиваем, вяжем 77 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали 77 ряд. Разворачиваем, вяжем 78 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали 78 ряд. Провязали 78 рядов подошвы. Подошва готова. Дальше на оставшихся 5 петлях будем вязать задник тапочек. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые и накид одеваем на 2 провязанные петли. И 2 петли провязываем вместе лицевой. Провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали третий ряд. Разворачиваем, вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, накид, 2 петли лицевые и накид одеваем на провязанные 2 петли. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали четвертый ряд. По такой схеме, как вязали предыдущих 4 ряда, вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 5 петель. Лицевые ряды провязываем кромочные, 2 петли лицевые, 1 петля изнаночная и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочная, лицевая, накид, 2 петли лицевые. Накид одеваем на 2 провязанные последние петли и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 5 петель.
провязала. На спице у меня осталось 5 петель. Вот такой задник у меня получился. Закрываем все петли и тапочек готов.